Мельница Гергарта. В мире осталось не так много зданий, которые являются уцелевшими свидетелями тяжелых дней Второй мировой войны. В городе-герое Волгограде над берегом Великой реки Волги стоит мельница Гергарта, израненный ветеран, участник Сталинградской битвы. Ее разбитые, обгоревшие красные кирпичные стены, проломленные бетонные перекрытия, вывороченные железные балки, зияющие дыры пробоин – это следы ожесточенной схватки между Красной армией и Вермахтом в самом центре Сталинграда. Несмотря на массированные бомбардировки города с 23 по 30 августа, когда большая часть центральных кварталов была уничтожена, госмельница номер 4 продолжала работать до 14 сентября. В этот день в здание попали фугасные бомбы и начался пожар. Тогда же к зданию и переправам соляной пристани отходили части Красной армии под натиском противника. Ситуацию исправила 13-я гвардейская стрелковая дивизия, войска которой переправились через Волгу в течение 14-16 сентября и закрепились в центре Сталинграда. Вскоре в мельнице расположился наблюдательный пункт 3-го батальона 42-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковника Елена. Само здание стало крупным узлом обороны, связанным с домами Павлова, Заболотного, домами НКВД, переправой. Оно постоянно обстреливалось противником, но благодаря своей конструкции мельница устояла. Гремели бои в Сталинграде. В память о страшной битве и разрушениях города решено было оставить здание мельницы в том состоянии, в котором оно было в феврале 1943 года. В конце 60-х годов рядом с руинами мельницы началось строительство музея панорамы «Сталинградская битва». Открытие объекта было поэтапным. 8 июля 1982 года открылась панорама, а 6 мая 1985 года – весь музей. Сегодня мельница Гергарта – это памятник истории федерального значения. Здание мельницы, как свидетель исторических событий 20 века, является напоминанием нынешним и грядущим поколениям о трагедии войны.